Дело о пропавшей много лет назад Дине и ее сыне особенно важно для Бориса Лейна. Когда-то он работал по этому делу, но не отнесся к нему с должным вниманием. Он думал, что молодая женщина просто сбежала от надоевшего мужа. Но недавно была обнаружена сумка пропавшей, а на ней пятна крови. Начав расследование, старые кадры выясняют, что в то же время пропали еще две женщины. Похоже на действия серийного убийцы, который, возможно, до сих пор на свободе.